Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чувоши» программа «По существу». В студии Галина Титарчук. И у нас в гостях сегодня президент Федерации закаливания и зимнего плавания «Аквайспорт», попавшая в Книгу рекордов России и Европы Татьяна Александрова. Здравствуйте! Добрый день, Галина! Как так удалось вам попасть, за какие такие заслуги, в Книгу рекордов России и Европы? Но этот рекорд был установлен всей командой, которая проплыла Берингов пролив, который длился с 5 по 11 августа. Фиксировал рекорд сам главный редактор агентства «Пари» Алексей Свистунов. И каждый участник, который выходил на старт, который плыл в эстафете, получил диплом, сертификат и вот такой вот значок рекордсмена России. То есть значок рекордсмена России. Ну, вы можете, да, показать нашим телезрителям вот поближе. Теперь вы носите такую достойную награду. Ну, я пока Почетно. Еще не ношу, пока у меня в коробочке, но вот такая награда есть. Очень приятно. И, соответственно, сертификаты, дипломы, да, подтверждающие, что вы, ваше имя вписано в Книгу рекордов России и Европы. Да, такая запись есть. Ну и как у вас гордость? Какое ощущение? Как вы говорите, я теперь в Книге рекордов? Гордость у меня не то, что мы в Книге рекордов, а то, что мы это сделали, то, что мы проплыли. Этот Берингов пролив очень-очень сложный, никому не удавалось до сих пор, никто и не помышлял проплыть, соединить два континента, Чукотку и Аляску, 86 километров по птичьему полету, а в результате мы наплавали 134 километра. Ну, давайте поподробнее расскажем, вот как проходил сам заплыв, сколько участников было и вот какие-то трудности, с чем пришлось столкнуться? Было 65 пловцов из 17 стран. Из них 54 – это основной состав, который выходил все время, и запасные, которые меняли. Заплыв стартовал 5 августа в 16:24 по хабаровскому времени. Время это было судовое, оно не менялось у нас на протяжении заплыва. Стартовала с мыса Дежнева американская пловчиха Мелисса Орелли. И эстафета у нас длилась непрерывно двое суток. Но потом пришлось ее прервать, так как был очень сильный туман. В результате мы чуть не потеряли пловца, который смог все-таки прийти на звуки сирены к лодке. И приняли решение приостановить заплыв. Но прецеденты были, и Свистунов сказал, что это будет эстафета, но просто она будет с перерывами. Но в результате нам пришлось прерывать еще раз несколько эстафету, потому что пока мы плавали, у судна вышло разрешение на пребывание в американских водах, и нам пришлось отойти на российскую сторону возле острова Ратманово. И мы ждали сутки, когда придет бумага, подтверждающая, что нам разрешили еще пребывать в американских водах. Последние 18 километров было очень-очень сложно преодолевать их, потому что мы столкнулись со встречными течениями. Температура воды вообще окружающая, как климат какой был? Температура воды у побережья Чукотки была 2 градуса. Тепла? Да. И с каждым разом она становилась все теплее, до плюс 8. У побережья плюс 8 – это тепло? Аляски. Да, это уже тепло, и на самом деле это очень ощутимо. Хорошо. Команда российская, вот как вы держались? Все вместе? Ну, представители, большая самая команда же была, которая представляла именно Россию. Ну, мы держались вообще все вместе, независимо от того, какую страну мы представляли, потому что мы уже встречались неоднократно на чемпионатах мира, мы встречались на заплывах по России. И в прошлом году, когда у нас заплыв не смог состояться, мы также встречались в Петропавловске-Камчатске. Добавились какие-то новые пловцы, но, в принципе, мы все друг друга знали. То есть такие дружеские у вас были? Конечно, очень дружеские, очень поддерживали друг друга, старались помочь и физически, и морально. А как места распределились? Или не было такого? Все-таки это было соревнование? Нет, это не были соревнования. Соревнования это были командные, то есть каждый работал на команду. А с какими трудностями пришлось столкнуться именно в воде? Вот вы говорили, что была опасность встретиться с какими-то животными, там, я не знаю, кроме течения, вот что еще угрожало? Ну, с животными, слава богу, никому не пришлось встретиться, хотя на побережье острова Ратманово, это российская страна, там целое лежбище моржей с устрашающими клыками. И
если их потревожить, то они бы все бы побежали бы к воде, и тогда бы вот была бы встреча с моржами. Тогда бы скорость увеличилась пловцов. Там были касатки, были киты, были дельфины, но всех их мы наблюдали на довольно-таки приличном расстоянии от корабля. Во время заплыва я еще раз говорю, что мы ни с кем не встречались из морских животных. А как вас охраняли? Чувствовали, что вы под постоянной защитой, контролем? Вот расскажите, ну, какие средства защиты были? Ну, во-первых, каждый пловец одевал страховочный буй ярко-оранжевого цвета. И таким образом его можно было видеть на больших волнах. Сопровождало два катера, но мы плыли по мини-командам по три человека. И когда команда проплывала, то лодка отправлялась к кораблю, к госпитальному судну «Иртыш» и забирала новую смену. За нами, естественно, следил наблюдающий, который фиксировал наше время, говорил, когда нам выходить, вот, рулевой. И ну, таких ЧП на воде вообще не было. Ну, не считая того, что там в тумане, и вот ночью, когда смывало светодиодные маячки, и тоже пловцов практически не было видно, приходилось включать прожектор от лодки и вот таким образом вести пловца. Не страшно было ночью плыть? Ну, я про это даже не думала. Скорее всего, было страшнее на лодке, потому что очень сильные волны захлестывала вот эта ледяная вода, ты была вся холодная, и как-то лодку качала из стороны в сторону, и при погружении на лодку и обратно, и когда надо было еще после проплыва на эту лодку еще подняться, на лодке было страшнее. А в воде ты уже как-то была в своей стихии, ты знала, что тебе надо было плыть, надо было выполнить свою задачу. И в воде было не страшно. Ну, скажите, когда все-таки такая дистанция, такая тяжелая, длительная была преодолена вот на финише, какие эмоции, как вот происходило? То, что вот сделали это, пришло понимание, что вы, ну, во-первых, победили стихию. Огромная радость, потому что никто не сомневался в том, что мы это сделаем. Единственное, нам препятствовали силы природы. Вот эти вот шторма, туманы и течение. И, конечно, гордость за то, что мы это сделали, что мы не подвели, что мы собрались и вот так вот все, поддерживая друг друга, проплыли, несмотря ни на усталость, ни на холод. И вообще не было ни одного вот слова о том, чтобы прекратить вот эту эстафету, вернуться обратно. Все были нацелены на одно – проплыть. А вот медаль, покажите, пожалуйста, это вручили вам уже… Где вот было медаль само награждение? Нам вручили на корабле уже после, на следующий день, после окончания заплыва. Это было все очень торжественно. Вот такую медаль вручили всем участникам заплыва, всему экипажу, всем, кто помогал, и медикам, и судьям, и экипажу госпитального судна «Иртыш». Спасибо большое, Татьяна, за интересную беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях Татьяна Александрова, попавшая в Книгу рекордов России и Европы благодаря тому, что занимается закаливанием и зимним плаванием. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи.